vecchio. Mi ha chiesto quanti giri, quanti tour, e ho pensato, sono 15, 14, 45. 45? Impossibile. No, impossibile. Vuol dire essere vecchi. Il totale 45 grandi giri. No, troppo. Troppo, no. Holiday, lì. Yeah. Abandono, oggi abbandono. How many years in cycling? Tutta vita. No, in professional. Professional 22. And in Astana? In Astana 2010. 8. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, no, stagione. Troppo. Come io? Сколько вас стоит? 9. 9. Miguel Ángel López, number one. Посчитали, что Тоосо проехал 45 гран-туров. Это в среднем, если по 25 дней, это получается 3 года. То есть вне дома наш механик провел 3 года жизни своей. И это только грантуры. В техничках, да? В техничках, да. Только грантуры, не считая других гонок. Мама мия, тоже. Сегодня мы стартуем в небольшом городке. Вот парковка у нас так вдоль трассы, вдоль дороги. Стартовая зона где-то там чуть дальше. По-разному бывает проходят старты этапов. Иногда мы стартуем... День рождения, Серый! Идем туда. День рождения! Мы стартуем в центре города, на площадях, например, иногда на окраинах городов. Che fai adesso? Adesso stiamo mettendo tutti i nostri dispositivi e li abbiamo settati per la bici di ognuno, così i corridori sono pronti per visionare i dati durante la corsa. Questo è uno strumento molto importante perché a fine gara facciamo il download di tutti i dati e verranno analizzati e le prestazioni verranno poi descritte ai direttori sportivi. Yeah, for sure. I think we have a strong team in any way. Sicuramente gli uomini di classifica cercheranno un po' di respirare. Avranno una squadra di vicino a loro. Thank you. Bye. Merci. На самом деле, старт сегодняшнего этапа в центре небольшого городка. Просто наши автобусы стоят достаточно далеко отсюда. Так, много народу, красивый небольшой городок. Сейчас мимо нас проехала первая машина Астаны. Это техничка, которая поедет перед гонкой. В ней находится наш тренер, который будет отслеживать ситуацию, текущую ситуацию по трассе за 20-30 километров до прохождения пелотона. И, соответственно, он будет сообщать техничку машин, спортивным директорам, какая обстановка по ветру, где какие опасные повороты, спуски, подъемы, для того, чтобы далее спортивные директора могли сообщить всю необходимую информацию гонщикам. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summertime? Ferma. Ma è buona? No, ragazzi, andiamo avanti, Grazie mille. Ну нет, в принципе не то, что он необычный, просто всегда, исходя из трассы, наших задач и так далее, то есть планы меняются, поэтому вторая техничка сегодня проскочила раньше гонки, то есть мы выехали раньше гонки, как раз просмотрели первую гору, вот, и потом отталкиваясь от ситуации, вот, чтобы, потому что сейчас группа очень сильно растянута, и первая гора была длинная, сейчас гонщики в нее поднимаются, вот, чтобы не вести с собой очень много воды, потому что каждая фляжка весит по полкилограмма, вот, поэтому они едут с минимальным там запасом воды, чтобы заехать именно на гору, вот, а здесь мы их ждем уже с фляжками, вот, мальтодестрин, вода, сейчас они будут проезжать, и быстро мы им раздадим фляжки, и все, и погнали дальше. Вот сегодня старт быстрый, сейчас группа идет очень мощно, уже отрыв, но его не хотят отпускать. Поэтому, в общем, ситуация пока что не ясная, вот, и будем надеяться, что наши ребята себя чувствуют хорошо. Thank you.
когда вы более. Devo rimontare in primo gruppo io? Sì, sì, sì. Vado. Vai. Попроситься у судьи, тебя пропустят. Вот. Ну и подумал уже на такие быстрые перемещения совершать. Вот, все, да. Arrivare, Dimitri, eh. Sto arrivando, già passato già il gruppo, sto arrivando. Проскочили еще одну группу, которая отстала. Сейчас мы проскочим группе, которая едет розовая майка. Вот, и потом мы должны ее обогнать и уехать в отрыв, где у нас едет Льюис Леон. Вот, поэтому, так скажем, немножко ралли. Потом надо будет обогнать группу, что тоже бывает иногда не всегда просто, потому что гонщики есть, они тоже перемещаются по дороге, то есть нужно выбрать момент. Вот, и сделать это аккуратно, потому что в первую очередь это, конечно, безопасность гонщиков на трассе важна. Вот, все, мы сейчас проскачиваем. Сейчас мы уже там ехали, доехали до первых техничек. Вот, и сейчас. Надо быть сейчас сосредоточенным. Ну все, все, вот мы сейчас догнали отрыв. Едет у нас здесь Луис. Вот как только ему надо будет что-то поесть, попить. Вот. Прикрываем. Группа еще далеко. Потому что вывалил один из конкурентов на подиум. Теперь его стараются держать подальше, поэтому группа тоже идет мощно. Вот этап длинный, еще больше где-то 190 метров до финиша. Вот, в любом случае. Что, будем сражаться сегодня? Sali! Когда разрыв времени стал меньше минуты, когда меньше минуты между двумя группами, тогда машины технической помощи начинают останавливать. Вот поэтому, естественно, нас остановили. Вот. И теперь мы вернулись за группой. Мужики! Сейчас идет, так скажем, борьба, потому что второе место в генеральной классификации осталось сзади,
И все, теперь его стараются не подпустить к основной группе. Ну, как много километров ехать, и команда надеется его вернуть в первую группу, но я не думаю, что это получится. Вот. И спринтер Эдикса тоже остался здесь. Been wondering if your heart's still open and if so grazie tanto. Grazie tanto. Scusi una. Non si può. Vieni amore, vieni. Sì. Grande amore. Grazie. Ci devi bene, dai. Ciao. Наверное, каждый хотел бы провести свой день рождения в кругу своей семьи. Но в какой-то мере команда — это вторая семья, потому что мы здесь проводим часть своего времени чуть ли не полгода в году. Вот. И хорошая атмосфера в команде, и, в принципе, в рабочей обстановке. Ничем не жалею, что так празднуют день рождения. Ну что, день у нас подходит к концу. Приехали в отель. Погода у нас сегодня плачет. Отмассируемся, велосипеды приготовим. Вот сегодня был самый длинный этап у нас, 255 километров. Конечно, если бы выиграли, было бы лучше, но выигрывать всегда сильнейший. Значит, сегодня мы были не самые сильные. Но все прошло без потерь, все нормально. И будем дальше сражаться. Вот так что следите за нами.